конкурс. Дети читают стихи. Петрова София, 9 лет, город Новосибирск. Татьяна Подсветова, платок. Как русские великие просторы, необразим по красоте свой платок. На нем начертаны родной земли узоры, ее живительный и благодатный ток. На плечи русской женщины накинут, как крылья у богини за спиной. С ним все напасти и печали сгинут, с ним станешь ты, как прежде озорной. Пройдешься в танце, как лебедушка, как пава. Душою песню звонкую споешь, прохладой освежишь, как летняя дубрава, как светом солнечным округу все зальешь. Платок, как поле, из цветов и трав пахучих, как лес из сосен и дубов могучих, дающим силы горы все свернуть. Сравним с рекой, он с полноводной, что красиво, неспешно по земле родной плывет. С царевной лебедью, что дома дед Пелива, царевича из странствий дальних ждет. Как крылья руки в танце распахнулись, узором живописный мир маня. Над вольную Россиюшкой взметнулись, и краски сочной красоты дарят.